Всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня мы отправляемся в региональный ландшафтный парк Зуевка. Находится он недалеко от Донецка, приблизительно 40-50 километров, в зависимости по какому маршруту ехать. Там есть три варианта, как можно проехать. Через Зугрес по бетонной дороге, через Горное, там более-менее такая дорога с ямами, но проскочить можно. И через Нижнюю Крынку, там порядка 5-6 километров нужно будет ехать по полю. Но мы сейчас выберем самый подходящий маршрут. В интернете информации мало, поэтому я сейчас более детально вам расскажу, как туда добраться на автомобиле. Поэтому вот сейчас вот на карте я покажу три варианта, и мы поедем через Горное. В принципе, ехать недалеко. Кому интересно, что можно посмотреть на Донбассе, какие достопримечательности, красоты, то можно поехать в этот ландшафтный парк. Прекрасная природа. Также есть там скалодром высотой порядка 30 метров. Это все природное и протяженностью порядка 300 метров. Поэтому сегодня поедем туда. Кому интересно, вот пионерский лагерь «Спутник». Если там кто был, в комментариях напишите вообще, что там есть. Наверное, дорога туда идет. Прямо. Видели? Улетим на «Спутник». Школа. Чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей хорошее настроение. Никого нет. Вообще. Воскресенье. Да воскресенье, воскресенье. Вот так живет Зуевка сегодня. Школа. Походу детский садик, либо может тоже школа. Дошкольное учебное заведение. Ну так выглядят большинство поселков, сел. Отъехать буквально 10-15 километров от Донецка, вот вам и жизнь в селах. Возле центральных улиц, может, кто-то и ходит, а так по поселку никого не видно. Это магазин. Поверните налево. Поверните налево. Все кирпичом выстелено. Продолжайте движение. В основном молодежь старается выезжать с поселков, сел, перебираться более в крупные города, так как в селах в этих практически нет никакой работы, сельское хозяйство уже не развивается так, как раньше, поэтому будет проще людям найти работу в крупных городах. Один из них — это Донецк. Видите, какой этот указатель есть? И пшеница растет какая. Красота. А ну, какой это сорт, не подскажете? Так, сдалека не видно. Красота. Это, наверное, просто стоят. А это может скалолазы, слышишь? Может и скалолазы. Может и скалолазы, потому что тут уже вон толпа стоит. Тут даже туда приедем, и машину негде будет поставить. Будем только крутиться. Хотя вот 3-4 машины выехало, значит, где-то местяки есть. Ага. Спортивная зона, скалодром. Это здесь можно лазить по скалам. Видите, водоемчик небольшой. А где все люди повыезжали с Донецка? Так они вот сюда приехали. Видите, сколько тут? Никого нет в городе. Они все повыезжали. Да, тут и не разъедешься. Что, он проедет?
Рачика? Лесная. Этот, скажи, как он называется? На Трудовских это кафеха была, которую раздолбили. Да хрена, может, не знаю. Островок держала, во, его жена. Понял? Что за островок? Я понял, где вот это за церковью сразу. Да, да. Угу. Да нет, дальше еще ехать надо. Фух. Тут вроде бы закрыто. Наверное, сюда. Да? Да, 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 вот ведет. Все правильно, по дорожке. Угу. Едем, значит, сюда. Да, тут должна большая такая стоянка быть. И где-то парканемся. Хрена. Да людей полно. Ёлки. Что, дальше пешком чухать надо? Да? Не, ну дальше да, по-любому. Только где-то надо будет машину поставить. Мой отец был... Короче, вышли сейчас. Решили обойти территорию. Посмотреть, что здесь и как. Людей тут полно, конечно. Здесь. Ну, это прыгать, наверное. Да, не, они чуть выше ступеньки. Вот и добрались. Сейчас где-то надо обосновываться. И... расщехляться. Куполи купаются. Что, бассейн какой-то? Бассейн, да. Но тут, кстати, глубина 2.5 метра. Бассейн, да. Ну что, надо будет потом прыгнуть. Прыгать надо нормально. Вот спуск там внизу. И он мокрые следы есть. Не, здесь нигде не ляжешь. Ладно, будем дальше искать место укромное. Нормально, казанчик, кресло. Основательно обосновались. Бусики. Идем в ту сторону, посмотрим, что там творится. Болото. Это что, куча паучков? Мы пришли, супер водоем. Да, в принципе, можно здесь покупаться. Ножки помочить. Иди, какой тут мостик сделали. Скалодром, вот он. Думаю, комментарии здесь лишние. Пение птиц. Главное, чтобы этот мостик не лопнул. Слышишь, давай я, наверное, уходить буду. Нет, тут нормально, тут доски более-менее нормальные, не гнилые. Да, какая бабочка. Красивая. О. Вот вам и Зуевка. Просили, получайте. Сейчас будем где-то искать место. Нашли мы местечко. Верки шо, не надрал уже. Он покрученный, поверченный, его жизнь уже покрутила, повертила. Так, древесный уголь будем закидывать и потом сосисок пожарим. Жидкость для розжига. Поливаем. Все. Пусть она настаивается минут 5. Потом поджигаем. Слышите, как кричит? Все вылило.
Она потом вспыхнет. А ты что, поджег уже? Нет. А что она трещит? Ну это ж трещит, впитывается так. Работает сама система. Тоже? Угу. А ну поджигай. Все. Пусть горит. Освободил я две руки, так как с одной неудобно. Сейчас у нас костер немножко тут прогорит. И будем нанизывать сало и сосиски. Мясо не стали брать. Поздно выехали, уже 2 часа дня. Мясо уже все хорошее на рынке раскупили. Поэтому сейчас будем нанизывать все. Пакет. Мусорный должен был где-то быть здесь. О, вот самое главное. Что. Видел, Люха? А ну. Пойдет. Класс, да? Угу. Чем? Чесноком. Чесноком? Чесноком. А как же мы это будем жарить? Ай-яй-яй-яй-яй. Класс. Тоже на мангале пожарим. Чистится очень плохо. Я вам предлагаю их не чистить. Как плохо чистить? Раз. Да, неплохо чистить. Да нет, не чистить, не чистить. Я как сразу сказал. А где от ножа? А, и тарелочки ж надо еще будет повыкладывать. Слышишь, я думаю, правильно ли я делаю, либо вот так лучше сделать? Вот, и я хотела вот так. Вот так. Вот так? Да. Только ты тут это, надо было чуть дальше. Ну, это уже бы не снимал. Так, ладно, пока они там с сосисками разбираются, мы сальца поджарим. Вот так ты имела в виду? Подальше? Да, да, подальше. Давай. Раз. Два. Три. Видишь? Подальше оно ломается. Видишь, ну, вот так надо. Не перебарщивай подальше. Может быть тогда, как ты первый раз их накололась? Что ты она будешь задрала, делать, Леша? Ты так эта конченая мошка как прицепится, хоть стой, хоть падай. Да просто вообще. Короче. Так, какая нахрен разница? Ладно, готовьте, пошла я купаться. Давай, иди, мы пока тут на дежурстве побудем. Займемся готовкой. Чик. 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 Да. Чик. По две штуки. Ой, упала. Шлепки нагрелись. Шлепки вообще нагрелись. А как ее положить? Что они не умещают? Надо вот так поделить, слышишь? То мы голову морочим, их вот так поделить надо было. Да и вот так. И все. Нормально. Ну и так нормально. О. Да оно так затухнет. Да. Вот это жир горит. Да не, ну сейчас хлеб подгорит. Ну это круче, чем на тостах. Ну, полей чуть-чуть. Можно будет сейчас даже этот шампур снять, сало поесть. Чисто, а потом уже... Да, или не наш, не знаю. А мусор выкинем. А, положим сразу, да? Да. По две сосиски. Они он уже их покрутила, как эти сосиски. Ну, да. Они готовые. Здрасте. Здрасте. Извините, а можно угли поставить на кальян у вас? Да, ставьте. Ставьте. Кальян, ладно. Ну, наверное, у пацанов нету где зажечь. Один хрен оно прогорает. Их целей. О, так, а что, ждать их тогда не будем?
жарко, я же мокрый. Да я мокрый. Все мокрые. Соль. Надо будет еще помидоров нарезать. Тарелка. Чик. Сюда. Где-то переодеться. Что-что? Где-то переодеться. Да. Потом уже. Это вы потом для себя или на YouTube укладываете? Не, на YouTube. Все, помидоры готовы. Это он в мусорник. Что, давай наливаем. По живчику. Ну, позвони, скажи. Позвони, да. Наливаем живчик со вкусом груши. Чик. Так, ну что, накрыли полянку небольшую. Сейчас все соберутся и будем трапезничать. Тенек. Солнце, в принципе, здесь не жарит. Поэтому сильно жарко не должно быть. И плюс уже время 3 часа. Мусор. Идут? Пытаются выйти. О, песик. Лев. Шо ты, бедняга? Тоже купался. Так, берем. Огонь, хлеб. Нормально, угу. Класс, как в детстве. Приятного аппетита. Спасибо. Ладно, дразнить больше не будем. У кого есть что покушать, давайте с нами. А как же оно пахнет. Ну что, жарятся угли? Ну такое. Потихонечку, да? Ну, сначала вообще нет, сейчас я их немножечко перекину, вроде должен. А салфетки есть? Есть. И большой там моток салфеток. Я брала ой, класс. Будешь живчик? Нет, дай мне мою бутылку под этим. И салфетку. Под розовое подними, вон бутылочка. Ага. Розовая, это моя. Ой, нет, все, давай сюда, это тебе не надо. Леш, дай салфетку. А, ты целый. Бесполезно, сразу просто Мишу надо. Он говорит, зачем же? Thank you.
до этих ступенек. В общем, пару слов. Конечно, идти здесь очень проблематично, так как все в муляке, все в траве, скользко, мох. Не каждый сюда подойдет, да и залезет. Плюс еще я бы не рекомендовал это место вообще для детей, так как, да, поиграться можно, но риск получить травму также здесь очень велик. Вот я прыгал с того пирса, так назовем, с возвышенности, и там, в принципе, глубина где-то 1-2 метра, потому что ногами я доставал, ноги пришлось поджимать. Но так, в принципе, это Зуевка. Хотел поехать, но вот и получилось у меня добраться. Ну а вы пишите в комментариях, как вам такое место, понравилось или нет. Единственный плюс, что здесь есть такой гидромассаж, естественный, природный. Когда ложишься сюда спиной, то позвоночник, верхнюю часть шеи очень круто разминает. Поэтому рекомендую. Но опять же, практически нереально идти вообще. Не, в принципе, если кому надо, тот везде пройдет и найдет дорогу. Но сам факт того, что я рассказываю все как есть. Конечно, детвора там купается полно, и плюс еще он прыгают. Но это дело такое опасное. Можно, в принципе, еще чуть повыше продвинуться. Но там точно такие же перепады, перекаты. Нужно все время смотреть под ноги. Навернуться тут от нечего делать вообще легко можно. Также я вон смотрел, вот там по камням можно будет вылезти наверх. Отсюда можно залезть туда наверх. Что-то мне неохота туда идти. Сейчас попробуем. У меня еще такая приспособа. Сейчас мы ее запрячем и попробуем сюда залезть. Потому что Катя пошла туда, а я не хочу. Вот и все. Потому что нереально, блин, по этим колдобинам лазить. Лучше б я и не ходил сюда. Так, ладно. Идем перекусываем. И опять что-то вам пойду поснимаю. В принципе, так, природка неплохая. Для разнообразия будет самое то. Единственное, чтобы босяком сейчас идти по вот этим всем кирпичам не сильно круто. А там было где-то это? Ну что, будем подводить сегодняшние итоги. Побывали мы в Зуевке. В принципе, место нормальное. Единственное, что оно подойдет более для активного отдыха, чем для пассивного. Так как здесь, в принципе, нужно постоянно где-то что-то куда-то двигаться, ходить, передвигаться. Либо вот там, вот видите, как фотографируются. В принципе, как для купания, это место я бы не рекомендовал, так как, во-первых, неудобный заход в воду, плюс скользко. Ну, в принципе, для детворы покупаться так можно. Ну, глубина где-то порядка 2 метров. Вот там чуть-чуть пониже, поменьше. Народ есть, народ приезжает, купается, отдыхают. Потому что, в принципе, это место от Донецка где-то порядка 40-50 километров. Ну, в зависимости, по какой дороге ехать. А так, в принципе, видите, какой заход неудобный. С ребенком, особенно если здесь спускаться, то можно и навернуться. Скользко, да.
и постоянно выходите по скользкому дну. Сегодня мы побывали на Зуевке. Пишите комментарии, как вам такие выпуски, почаще ли выбираться на природу. Ну, с вами был на канале Виконста. До новых встреч. Пока-пока.